Последний новосибирец, завоевавший медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, Миша Алоян, вернулся в Новосибирск. Сегодня утром в аэропорту Толмачёва его поздравляли родные и близкие. Вместе с ними призера встречала и Маргарита Онникова. Серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро боксера Мишу Алояна встречают как победителя – цветами, плакатами и военным оркестром. Но еще меньше недели назад новосибирец не мог скрыть слез разочарования, когда в финальном бою судья поднял вверх руку соперника, ведь в Бразилию Алоян ехал за золотом. Вместе с Мишей у телеэкранов плакали его друзья и родные. Плакали вместе с ними, если честно. Просто вообще очень нечестно с ним поступили. Миша снова как бы берет всю вину на себя. Не может сказать, что он победитель. Но на самом деле все, кто видел бой, Миша победил. Я на трибунах, когда подняли руку не Миши, я чуть не заплакал на трибунах. Потом я его вообще не трогал, потому что я знаю, каково это. Вопросы к судьям действительно есть. Но судейство в боксе – вещь субъективная. Бокс, он вообще вид спорта. Один из самых, наверное, таких тяжелых, один из самых субъективных. Вот. И то, что в финале Михаил показал, да, там можно было и в ту, и в другую сторону, скажем так, отдавать победу. Разные периоды в жизни бывают у человека. Форма подошел вот именно на те бои, а не на этот бой. Тактику сменил маленечко, ушел больше в защиту. Не совсем она оправдалась. Поэтому тут много составляющих, что не позволило. Ну, хотя бой был равный. Тем не менее, сам боксер не озвучивает никаких отговорок и говорит, завоеванное серебро дороже золота. Я не хочу говорить после того, как подняли ему руку, судьи так посчитали нужным. Говорить, что я был сильнее, я был лучше, это все не спортивно, это все неправильно. Сегодня он олимпийский чемпион, я серебряный призер Олимпиады. Но я могу откровенно сказать, я горжусь этой медалью только потому, что она не куплена. Она завоевана именно честным трудом. Сейчас Мише 28. Через 4 года к Олимпиаде в Японии будет 32. Но несмотря на возраст, боксер планирует на грядущих играх прибавить к бронзе Лондона и серебру Рио золото Токио. А если все же не получится, то коллекцию медалей есть кому дополнить. Я думал, дай бог, чтобы у меня дальше была золотая медаль. И буду растить, может быть, нового олимпийского чемпиона, который у меня вырос. Да, Миронтик? Он еще не знает об этом. Он не знает, чувствует. Он скоро узнает. Маргарита Онникова, Алексей Погудин, новости УТС.